начать его бить ладошками. Ты можешь попытаться его схватить. Ты можешь попытаться забрать у него оружие. То есть все, что мы сегодня делали, на свое усмотрение. Очень мудрое решение. Тебе тоже, кстати, советую мобильники, все, часы, все, что может потеряться, выложить с дома. Ты работаешь согласно уголовному кодексу. Понимаешь, когда чувак в костюме космонавта к тебе подходит на улице, хочется в него стрельнуть сразу. Но костюм космонавта условный. То есть ты к нему подходишь, он к тебе, завязывается диалог, ты имеешь право стрелять, когда есть непосредственная угроза жизни. Ты используешь все хитрости, часы с ним еще. Короче, часы оставь. Завещание, а? Вас тут 8 человек, обслуживаешь стрельбу, потом тебя меняю. Очки, где мои очки? Ставить. Эти шарики, они имеют свойство залетать в глаза, когда не надо. Слава Михайловна, очки. Работаем. Стой, стой. Освобождай пистолет. И жопа тебе. Первое. Вербальная команда должна быть по тональности и по громкости похожа на выстрел. Не стой, а стоять! Ты достал пистолет, выстрелил. Попал, не попал? Ты почувствовал, что по ногам пара? Он не остановился. Пистолетом можно бить, рукой можно бить. Это, кстати, фиксация человека с оружием. У меня есть пистолет, да. Даже если он не стреляет, я все равно буду нажимать на кнопку. У тебя есть рука, у тебя есть нога. Забыл. Давай.